Видео подготовлено сайтом onlinevdz.net. Задача 304. Нам дан треугольник ABC, и внутри треугольника лежит точка M. Отметим точку M. И соединим точки MB и точки MC, как сказано в условии задачи. И нам нужно доказать, что сумма отрезков MB плюс MC меньше AB плюс AC. Первое, что мы сделаем, мы продлим прямую BM до пересечения с прямой AC или со стороной AC и обозначим точку пересечения N. А теперь рассмотрим треугольник ABN. Запишем неравенство треугольника. Каждая сторона этого треугольника, и в частности сторона BN, меньше суммы сторон AB и AN. Ну, отрезок BN состоит из двух отрезков. BM и плюс MN. Тогда подставим в неравенство BM плюс MN меньше AB плюс AN. Ну и если мы вычтем MN из левой и с правой части неравенства, то оно не изменится, а у нас получится такое неравенство. BM меньше AB плюс AN и минус MN. Второе. А теперь рассмотрим треугольник MCN. И запишем для этого треугольника неравенство треугольника. MC меньше, чем сумма двух сторон других. MN и плюс NC. А теперь вот эти два неравенства возьмем и сложим левые части и сложим правые части. Тогда сумма левых частей будет меньше, чем сумма правых частей. BM плюс MC и будет меньше. Переписываем. AB плюс AN и минус MN. А теперь правую часть второго неравенства. MN плюс N. C. Тогда преобразуем это неравенство. BM плюс MC будет меньше. AB переписываем без изменения. Минус MN и плюс MN мы можем сократить. А отрезок AN плюс отрезок NC. Это и есть сторона AC плюс AC. Но это как раз то, что и требовалось доказать. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте.